Не с построения началось утро у инспекторов ДПС. День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий полицейские встречают на станции переливания крови. По всему Приморью проходит акция «В капле крови – океан жизни». К сотрудникам из нашего города присоединились коллеги из Михайловки. У всех единая цель – пополнить донорский банк. Ведь компоненты так необходимы для спасения человеческих жизней. Я работаю 5 лет уже инспектором ДПС. Вот. И мы самые первые приезжаем на места дорожно-транспортных происшествий и видим количество пострадавших. Поэтому сегодня, в этот день, решили принимать самыми первыми участие в сдаче донорской крови. После необходимых процедур, а это оформление документов, осмотр терапевта, сдача анализа, доноры попадают в операционную. Предварительно рекомендуют выпить витаминизированного чая, а уж потом добро пожаловать на кроводачу. Около полулитра сдает каждый в этом зале. Потом материал делят на компоненты, замораживают и проверяют. И только спустя длительный срок кровь пустят в дело. Дорога требует предельного внимания и осторожности. По статистике госавтоинспекции ежегодно на дорогах Приморского края получают травмы десятки взрослых и детей. С начала года из их числа составляет более 2500 человек. Из этого числа 348 человек ранены в нашем округе, 42 ребенка. В 20 случаях спасти травмированных не удалось. Донорская акция – это не только желание сберечь чью-то жизнь, но еще и возможность привлечь внимание общественности к неукоснительному соблюдению правил. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.